С этого надо начать. Законодательство сделать привлекательным его для бизнеса. Ведь вы, когда идете на рыбалку, вы кидаете же удочку, на крючок же нанизываете червяка. Вы же не кидаете, вот давайте так, мы сейчас кинули просто червяка. Он, у нас, ну это должна быть просто счастливая случайность, чтобы кто-то клюнул. Мы можем пиариться, мы можем делать все, что хотим, хоть на ушах ходить, и, но от этого бизнес сюда не придет. И вы знаете, мы начали первые шаги в этом направлении модернизации законодательства автономии. И мы сразу столкнулись с тем, что госканцелярия – это правительство. Наши законы блокируют. Да, и вы удивлены это? Ну, понимаете, мы сегодня говорим, у нас нет времени с вами судиться. Скажите, что вам не нравится. То есть давайте, вот, ну, сейчас мы просто возвращаемся к диалогу, да. Вот мы, как народное собрание, принимаем закон. Смотрим, так, нам срочно надо сейчас остановить молодежь, что нам может помочь. Она может помочь, вот у нас есть реальные инвесторы, которые готовы зайти, да, ну, потому что мы проанализировали, что им надо, как им надо. И здесь мы постарались сделать так, чтобы при нынешних налогах, которые существуют в Республике Молдова, то есть не депинговать, да, там у нас в Гагаузии дешевле, приходите к нам. Или... Почему бы не? Ну, здесь мы вообще тогда не вылезем из судов. Мы тогда, я тоже понимаю этот риск. Мы тогда вообще из судов. То есть мы его адаптируем под... то есть берем на базе молдавского налогового законодательства, да, Республики Молдова, и принимаем закон. Но наши законы госканцелярия сразу останавливает.